Приветищи, это Слайм Ранчер, мы находимся далеко-далеко за пределами. Ищем здесь тайные стили для наших слаймиков, чтобы украсить их. Ну и также исследуем новую лабораторию, подводную лабораторию Виктора. Начнем мы с того, что я тебе покажу, какие еще тайные стили я нашел. Значит, смотри, тайные стили. У нас преобразился классический розовенький слаймик. Теперь он у нас вот такой вот блестящий. Ты посмотри, красавец какой, блестит как на подиуме. Скалистый слайм ты уже видел, Мюровый ты тоже видел. Что у нас еще? О, золотой слайм, да. Для золотого слайма тоже нашли тайный стиль. Теперь он у нас, знаешь, похож на Снич из Гарри Поттера. Единственное, что у нашего Снича есть глаза и рот. Огненный слайм мы видели, мозаичный тоже видели, вьюнок слайм тоже видели, ну и глючный слайм тоже видели. То есть получается добавилось всего два. Два тайных стиля. Это розовый и золотой. Золотой я, конечно, хотел бы посмотреть вживую. Ладно, хорош пялиться, пошли в лабораторию. Времени ждет, нужно поработать. Вжух! И я в лаборатории. Как я обожаю телепорты. Значит, мы сейчас посмотрим, что мы не сделали в прошлый раз. Мы хотели с тобой сделать спринтборд. Для него нужны мультикубы, не вопрос, достанем. Приманка для фруктовых слаймов. Нам нужен дикий мед и мультикуб. Угу. Ну и, конечно же, необходимо будет сделать все-таки мгновенную помощь. Тоже нужен мультикуб. Все, на этом все. Отправляемся в лабораторию Виктора. Виктор. Мы пришли, чтобы посетить твою слаймуляцию. Погнали! Оу-е. Сегодня мы с тобой не будем охотиться на слаймов, мы будем охотиться на ключные предметы. Смотри, вот тут, например, дерево трясется. Опа! Потому что в ключных предметах гораздо больше ключных слаймов, чем в самих слаймах. Парадокс, но факт. В комментариях ты писал, что все растения, они здесь ключные. Тут как бы, по сути, нет нормальных-то. Так, значит, это тоже, наверное. А нет, смотри-ка, не ключные. Нормальные, хорошие деревцы с фруктиками. А вот это чё? Это норм. Так, вот, смотри. Вот такие вот прикольные розовенькие цветочки. Они по-любому глючные. Ну-ка. Оу! Ловлю, всех поймаю. Нет, скорее всего, не всех. Но попытаюсь. Так, смотри, у нас здесь деревце. Слаймики вокруг него вот чё-то трутся. Пульнём. А нет, обычное деревце. Ух ты, ты посмотри, гриб появился. Этот гриб у нас постоянно глючный. Ха-ха. Сколько здесь грибов, надо все расстрелять. Смотри! Ты видел? Глюки еще двоится умеет. Офигеть. Так, по всем грибам стреляем. Проверяем, нет ли глюков. Глюк. Как думаешь, этот гриб глючный, нет? Нет, нормальный. А вот этот? Опа! Эй, жердяй, слезь с моего дула! Смотри, невидимый глюк. Вот он прыгает. Ты тихо, только туда не падай. Давай-ка в невидимку превращайся, посмотрим, как ты прячешься. Давай, прячься от меня. О, видал? Видал, смотри, только рожица видна. Забираем. А вот и вары появились. Это не круто. Фу. Новый рекорд. 96 глюков мы с тобой набрали. Сейчас мы это все отдаем. Уф! Еще 62 глюка, и мы получим вот эту пчелку. Ого! Мультикубов 4 штуки получили. Круто. Скидываем их в хранилище и направляемся опять в слаймомуляцию, чтобы добить отчеты об ошибках. О, золотой, смотри, золотой, вон он бегает, вон он. Так, ловим, стреляем. Нифига себе! Да, в комментариях были правы, писали, что золотой слайм это куча глюков и в него надо пулять. Но если честно, я ожидал, что оттуда вылетит просто громадное количество. А тут всего 10 штук вылетело. Хм, подозрительный кристалл, ну-ка давай стрельнем. Ай, хотели спрятаться от меня, да шиш вам. Смотри, сколько камней. Там камень, и там камень. По-любому там все глюки. Пойдем-ка проверим. Ну-ка. Так, вот это глюк. Сразу же забираем их, обезвреживаем. Больше глюков нет. Ты не глюк? Повернись ко мне лицом. По-моему, глюк. Значит, пуляем в камень. Есть! Мои догадки были верны. Значит, вот этот камень еще тоже трясется. Опа! Стоямба, куда побежали? Ну-ка, а этот камень? Этот нормальный.
Кристальчики, кристальчики. Обожаю ловить глюков в замкнутом пространстве. Им просто бежать некуда. Так, давай кристаллики здесь вот еще все тоже проверим. Простреляем. Не, ну тут видно, что это нормальный. Это нормальный. Здесь что? Здесь тоже вроде все ок. 86 отчетов об ошибках. Фух. Наконец-то. Mission complete. Мы все выполнили. Ну что, Виктор, готовь свою ультра-крутую пчелу. Воу-воу-воу-воу, подожди, а с этими-то что делать ошибками? Виктор, так не пойдет, мне нужно их тебе сдать. Это я немного переборщил. Ха-ха. Ладно, кубы забираем. Спасибо за кубы. Сейчас мы их сбагрим все в хранилище. Сейчас я Виктору позвоню, перетерем с ним, что с ошибками-то делать. Виктор, как обычно, в своем КПК ковыряется. Что-то не в порядке. Совсем не в порядке. Симуляция, которую я запустил, чтобы предсказать твою результативность, в этом проекте совсем не соответствует реальности. Как это возможно? Я во всем полагаюсь на свои симуляции, и они всегда делали мою жизнь проще, но что если они неправильные? Или что если... Что если существует элемент, который я не могу симулировать? Мне же придется создать полностью новую формулу, чтобы компенсировать это открытие. А что это будет означать для моих предыдущих симуляций? Все те опыты и люди, которые я упустил, потому что... Мне нужно подумать об этом. Я добавил эскиз моего передового дрона в твою лабораторию. Согласно моим расчетам, он тебе очень пригодится. Ну, я по крайней мере на это надеюсь. Сейчас я... Мне нужно подумать об этом прямо сейчас. Черт подери. И Виктор надевает свой скафандр лизуна. Не лизуна, ну я не знаю, он скафандр какой-то, смотри. Он реально на лизуна какой-то похож, такой жидкий, противный. Короче, он его натянул. Но, пожалуйста, собери еще отчетов об ошибках в слайм-эмуляции. Я очень близок к тому, чтобы изолировать источник ошибок, из-за которого появляются глючные слаймы. За это я подготовлю для тебя внушительную награду. Проверить симуляцию 392296. Логин в HumPHRise. Пароль MurPH. Он что, это все вслух сказал? Я же теперь знаю твой пароль, дубина. Так, он открыл обратно скафандр. Прости, я ушел в работу, не попрощавшись. Жду с нетерпением твоих результатов. До свидания. Ага, пакет, давай. До свидос. Так, что он там подготовил? Подожди. Это что, доступ в лабораторию? Или это какие-то новые технологии? Сколько он просит? 600 глючных ошибок. О-о-о-о. Нифига себе. Вот это серьезно. Ладно, остатки мы ему отдаем. И возвращаемся к нам на ферму. Надо передохнуть и посмотреть, что за передовые. Подожди. Я ж забыл забрать мультикубы. Да, мультикубы забираем. И идем смотреть, что за передовые пчелы у нас появились. Так, где эти пчелы? Техническая, вот, дрон. Дрон для продвинутых. Угу. Кажется, у него тут крылышки появились, да? Или они какие-то другие? Ну-ка. Ну да, у него крылья повыше. Есть, конечно, различия. Усовершенствованная версия дрона, которая позволяет делать одновременно два дела. Ого, два дела одновременно! Круто. Нужен охотничий плорт и мультикуб. Все остальное у меня есть. Сейчас. Мультикубы закидываем. Охотничный плорт. Охотничий. Вот он у меня, 60 штук целых. Джедай там прыгает с мечом. Воюет с кем-то. Как твои дела, воин джедайский? Приколист. Такие злые. Слушай, я вас что, не кормил, что ли? Точно, у них еды нет. Сейчас, а что вы едите, я забыл. Овощи и мясо. Охотничий у нас обожает серебристый пастернак, так что мы его сейчас соберем и закинем им покушать. Ребятки, вот вам еда. Знаете, вот так вот держите, а то вот... Наверное, проголодались очень. Бомбите прям адски. Молодцы, кушайте, кушайте, ребятки. Так, где это вы у меня? Во-во-во-во, вот они, продвинутые дроны. Мультикубов хватает. Правда, смогу сделать всего один, но да ладно. Для испытания сойдет. Так, ребятки. Ну чего, чего вы такие веселые? Да-да-да, у меня новая штучка есть с собой. Куда бы ее только пришпандорить? Вот сюда, наверное, давай поставим. Так, техническое продвинутое. Лимит дронов для этого расширения раньше достигнут. Ого-го. Я всего два дрона могу поставить здесь. Ладно, хорошо. Давай вот это тогда уберем. А вот этого тогда поставим. Установить. О, ты глянь на него какой.
Он, знаешь, на такого котейку летающего похоже. Прикольный дрончик. Надо бы рудник все-таки сделать. А то за водой далеко бегать, это капец как неудобно. Эй, водяные желаемые, привет, товарищи, как у вас тут дела? Плодитесь, да? Охлаждаетесь? Я у вас тут чуть-чуть водички заберу, окей? Вы же не против? И заодно плорт соберу. Уточку тут гнете, да? Ну, красавцы, красавцы. Так, заливаем наших дрончиков водой, чтобы они у нас хорошо работали. Отлично. И выставляем здесь наше пожелание. Цель, значит. Подожди, надо посмотреть, что у нас тот дрон делает. Этот дрон у нас собирает плорты. Угу. Этот дрон у нас тогда будет собирать овощи. Собирать он у нас будет, значит, с участков земли. И пункт назначения у нас это загоны. Нет, не загоны. Кормушка и автомат нам нужен, вот. Цель 2. Фрукты, участки земли и также кормушка. Все, активировать. Так, я единственное не помню. Здесь у нас овощи, там у нас фрукты. Ну и курицы, курицы у нас без дела. Пусть они там клонируются вон на этой машине. Правда, они сами не смогут это сделать, мне придется вручную. Ладно, давай парочку клонирнем. Кстати, спасибо тебе за подсказку, что ты написал, что они 50 на 50. Кто-то клонируется, кто-то нет. А то я все голову ломал, как эта штука работает. Давай-ка попробуем всех куриц собрать. Сейчас мы всех соберем. Смотри, короче, 16 куриц у нас есть с тобой. И давай будем просто пулять и посмотрим, сколько куриц у нас получится. Оооо, сколько я куриц закоцал. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Короче, было 16, стало 18. Ну и математика. Невыгодно как-то выходит. Фиговая у Виктора машина, очень фиговая. Где наш новый дрончик? Работает, работает. Ты у нас, значит, плорты собираешь. А где у нас работяга, овощник и фруктовик, который у нас кормит, собственно, наших... Эй, дружище, ты где есть вообще? А, вот он летает, вот он. Значит, там у нас пчелка трудится, а здесь у нас котеич. Летающий, пердящий котеич. Он сейчас должен овощи собрать у нас, да? Собирает? Собирает, молодец. Единственное, что меня напрягает, что он по одному собирает. Нет бы все сразу засосать. Ой, долгий ты, долгий, очень долгий. Значит, таких дронов мне нужно как можно больше. И нужно нам сделать в срочном порядке рудник. Я понял, что это очень полезная штука. Где эта технология у нас? Рудник, рудник, рудник. Портативный кран, глубинный соляной раствор и спиральный пар. Блин, ну лужа плорт, ладно, мы соберем. Глубинный соляной раствор, где он у нас берется? Я уж совсем запамятал. Значит, слаймопедия, ресурсы. Вот, глубинный соляной раствор. На высохшем рифе. Спринтпор. Изготовить. Поставим мы его с тобой, знаешь куда, знаешь куда? Вот тут местечко у нас есть? Есть. Значит, сюда мы его сейчас поставим. Установить. Разворачиваем его вот так. Все, готово. Значит, смотри. Спринтуем, бежим на трамплин. Подпрыгиваем и куда-нибудь летим. Сейчас испробуем. Опа! Ты посмотри-ка! Спринт бесконечный от этого усиления. Интересно, сколько я смогу так бегать? А, ну недолго. Очень недолго. А еще можно? Можно. Так. Короче, действительно, спринтборд нужно размещать где-нибудь на каких-то локациях. Вроде места есть. Да, точно. Надо запасаться спринтборами. И будет у меня бесконечный бег. Че у нас там по метку? Готово все. Есть мед, отлично. Ну, наконец-то, наконец-то, приманочка. Сейчас мы эту приманочку вкусную сделаем для слаймов, и будут они к нам бежать. И все жрать, как саранча. Ну, поэкспериментировать попробовать все равно надо. Мы же здесь, типа, ученые, мы все изучаем. Куда мы ее влепим? Влепим мы ее, наверное, знаешь где? Где-нибудь вот здесь, вот на заднем дворе. Чтобы на нашу ферму слаймы не лезли. А то вдруг толпами побегут на эту приманку. Установить. Все, готово. Вроде все, она должна сейчас приманивать. Ну, посмотрим. Прибегут к нам слаймы или нет? Возле ворота, прикинь, такая рава будет стоять, куча слаймов. Так, значит, где-то здесь, на высохшем рифе, должны быть... О, это что, золотой плорт? Нифига себе, мне повезло. Ты посмотри, сколько их здесь.
Офигеть. Это здесь, наверное, похомячил золотой слайм. Хо-хо. Ну, погоди-ка. Как-то он мог похомячить, если в него надо стрелять чем-нибудь, чтобы он золотые плорты нам отдал? Вот это вопрос. Неужели здесь появился еще один ученый, помимо меня? Странно. Ладно, короче, мы здесь не за тем. Мы здесь для того, чтобы установить насосы. Глубинный насос установить. Насос для начинающих установить. Все, купайте, пожалуйста. Ну чё, накачали меня тут что-нибудь? Так, слаймики, убегаем, убегаем. Работают взрослые девочки, мальчики. Так, глубинный соляной раствор, наконец-то он есть, есть. Шикарно. Оу-е, максимум глюков собрал за этот приход. 150 штук. Можно со спокойной душой выходить из симуляции. Фух, Виктор, я тебе столько принес глюков, лови. Ух, сколько мультикубов. Обалденно, наконец-то я смогу сделать себе рудник. Рудник для пчел. Рудник для пчел. А, подожди, надо это все скинуть. Шьёкарный бабай, рудничочек мой, где ты есть? Вот он, наконец-то, изготовить. Ой, быстро тпшимся. Пойдем глянем, что у нас там с фруктом манящим. Ага, никого нет. Он так прям и манит. Значит, рудник мы поставим куда? Куда мы рудничок? А вот сюда давай его поставим в теньке. Прям нормально такое место. Установить. Наконец-то, посмотри, какой фонтанище бьет. Теперь я могу воду набирать прямо здесь. Просто шикарно. Чего вот с этим фруктом делать, я не понимаю. Может быть его переставить? Подожди, давай мы сделаем по-другому. Мы его подберем и посмотрим, как он работает вот здесь, где, собственно, сами слаймы обитают. Вот сюда мы его сейчас поставим. Установить. И посмотрим, как он манит. Смотри, смотри. Он офигевает. Типа, ууу, какой фрукт большой. Начинает прыгать возле него. Он просто долбит эту грушу. Этот пога-фрукт игровой. Ребята, чё остальные-то? Чё один только припёрся? Другие не видят, наверное, да? Ладно, давай попробуем перетащить поближе, чтобы все его увидели, рассмотрели. Так, ребят, вот. Давайте вот сюда вот вам. Оу, сразу все такие. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все счастливы. Короче, это то же самое, что игрушка. Но все равно, видишь, внимание как-то он не слишком привлекает. Ладно, оставим диким слаймом эту игрушку, пускай развлекается. Хоть что-то у них будет веселое в жизни. Но мы возвращаемся на ферму. Соберем с тобой немножечко розовых плортов. Закидываем их все в завод. И производим, наконец-то, то, что мы долго откладывали. Это эта штука для декора. Мгновенная помощь. Изготовить. Что ж, наконец-то у нас теперь появился медпункт. Куда только его разместить? А вот давай здесь его, наверное, и разместим. Медпункт. Установить. Ого, какой он здоровый, слушай. Ну да, по-моему, ему здесь прям самое место. Рядом с этими контейнерами. Ну что ж, вот так вот выглядит у нас быстрая помощь. Взаимодействовать с ней нельзя, потому что это всего лишь декор. Фух. Ну что, на сегодня это все. Было весело провести время. Но у нас еще остался последний апгрейд Виктора. А что этот подарок и апгрейд нам даст, мы узнаем с тобой в следующей серии. Ну а на сегодня все, тебе спасибо за просмотр. Увидимся в новом видео. Пока!